Приветствую вас. Первое, что я хотел бы сказать, это, безусловно, цель. Для чего вы хотите, как вы говорите, значит, быть в авторитете для мужчин. Это первое. Первое, что важно. Второе, это необходима ориентированность на молодого человека, на именно мужчину. Что это значит? Это значит, что если вы хотите быть для него авторитетом, то вам нужно понять, что для него важно, вам надо понять, какая женщина, к примеру, ему нужна, какие у него, к примеру, ценности, какие у него, к примеру, взгляды, какие у него, к примеру, желания и потребности, и просто на все это необходимо ориентироваться. Вот. Притом, не торопиться его удовлетворять, но очень важно, не торопясь его удовлетворять, показывать, что вы можете, для себя что-то получить тоже, и показывать ему, что вы любите себя, показывать ему, что вы цените себя, показывать ему, что вы уважаете себя. И я думаю, что благодаря этой позиции, если вы будете ориентированы не на себя, а на, к примеру, значит, человека, да, вот, то я думаю, что авторитет вы, вы сможете быть для него авторитетом. Но еще раз повторю, только если вы будете учитывать его желания, только если вы будете для него той, кто ему нужен, вот, и если вы не будете себя в отношениях с ним как-то принижать и обесценивать, к примеру. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи!